вами занялся. Вот в таком лесу пришел кабан. Прям вплотную к лагерю. А это сооружение времен Великой Отечественной войны. Стена. Это место было рубежом обороны в Великой войне. Они победили, помните об этом. Сделайте что-нибудь достойное их памяти. Грамотно сказано. Долгая огневая точка. А вот сюда, если подняться, это получается есть верхушка, с которой все видно. И вот как раз вот там вот, вот эта вот линия, это, видимо, были блиндажи. Посмотрим подробнее. За моей спиной блиндажи, это получается либо остаток стены, либо это была полная стена, видимо, больше не было возможности построить. Потому что там уже озеро. Наступление точно немцев шло оттуда. Значит, как-то так было построено. И вот если спуститься, вот как раз траншея. Сейчас 1.5 метра глубиной, наверное, была глубже. Это, видимо, были блиндажи. Вот так она туда и тянется. Если честно, ходить здесь особо желания нету, потому что только что кабана еле прогнал. От лагеря, где маленький ребенок. Ну, вот так они идут, да. Точно блиндаж. Потому что вот развилка налево, и пошла еще череда блиндажей. Развилка направо, пошла еще череда блиндажей. Вот они, окопы. И вот окоп приводит как раз-таки сюда. Точки обороны. Кабан. Так, держи телефон. Чё, не надо, может, он жар? Дай. Не забудь полить помидоры! Не забудь полить помидоры! Кабан говорит, пришел. На Селигере! У-ху! Стон! У-ху! Вот такая деревня Заплавье. Да? Он говорит, в таких домах даже бани внутри были. И вот домик интересный. Резной. И вот там он все резное. На танцульки бегали. Угу. Сей дом братьев Карповых. 1910 года дом. Да? Сей дом братьев Карповых. И в Павфе 1910 года. И в Павфе, что это? А, Иван Павел Федор. Наверное, Иван Павел Федор, точно. Иван Павел. 4 года назад я орал, при такой погоде нельзя выходить из дома. Медведица, Карелия, клуба «Графин» научили меня ходить по такой погоде, даже снетет. Примерно так это выглядит безобразие. Погодочка вот такая. Так, ну что, вот мы поехали покататься с семьей. И вот так вот покатались. Встретили, слава богу, ребят. Отправил Пашку с Надькой
на машине обратно с ними до дома, а я остался в лагере. Вот, на лодке пока идти не могу, потому что гром гремит. Ну, боюсь, чтобы гроза не ударила по мне на воде. Вот, а так вот, вот так. Что, нормально? Это вот селевые потоки, или как там их правильно называть, в озеро заходят. Вот лагерь у людей просто поплыл уже. Вот это, река идет. Жинь. С гор все, вот отсюда. Вон моя герма. Все затопило, все мокрое. Но уже просвет вот виднеется, вот сейчас будет нормально. Вода вот ледяная, кстати говоря, вот эта вот, которая течет в воду. Вон, пена какая образуется. И тут сразу все взбаламучено. А эта вода более теплая, ну, в озере которая. Вот, моя лодка, получается, прям стоит на этом месте. А тут вот затопило все. То есть вот только она в коктейль набрала. Все в воде. Но после школы Карелии это как бы ерунда. Значит, мы зашли вот в такую протоку Кобыльскую, в озеро Кобыльское. Вот перед нами вот такой путь. Вот лодка, чтобы вы понимали. Слева уже трава, справа уже трава. Вот, сзади нас тоже получается вот такая вот небольшая ширина. Ну, короче, размер протоки равняется размеру лодки. Но ничего, мы на весле, аккуратненько пробираемся. Так, ну вот мы выбрались вот из этой протоки. Вон там как раз находится дальше озеро Кобыльское. Все, путь на большую воду, Селигер.